расскажите нам что-нибудь. Мы находимся в аэропорту Жуковском. Мы здесь с Денисом впервые. Издалека этот магазин похож, ой, этот аэропорт похож на перекресток. На магазин перекресток, да? Да. Здесь. Почему он похож на магазин перекресток? Ну, не знаю, тоже зеленая такая вывеска, и он такого размера небольшого, как супермаркет. Ну, а тут хороший луг, где можно полежать, поспать нормально. Луг же, да? Там забилось в угол. Такое дало ожидание. Анечка, а мы скажем сейчас уже наконец нашим телезрителям, куда мы направляемся? Или думаешь, нет пока? Уже нужно, да? Нет, я просто спросил. Ну, давай тогда скажем, когда приедем. Давай. Так будет интереснее. Угу. Прям вот с места. Договорились.